Всем привет, друзья, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить Чужого на харде. Собственно, нам нужно сейчас найти Марлоу. В прошлой серии мы электричество включили, насколько я помню, да, нам сюда? Да. Теперь все работает. Короче, это та Тейлор, которая выпустила, да, его? Приходи ко мне, Рипли. У меня есть кое-что. Кое-что у тебя есть? У меня тоже кое-что есть. Че? Лицехват. Хорошо. Это лучше, чем чужой, на самом деле. Так, что у нас тут? Сенсор. Взрыватель. А батареек нет? Хорошо, давайте посмотрим, что у нас тут. Анасидора, говорит Уэйтс, начальник службы безопасности Севастополя. Официально я не могу разрешить вам причалить. Севастополь сейчас выводят из эксплуатации. По требованиям безопасности я не могу принимать корабли сверх графика. Но поскольку вы везете ценную находку, я готов допустить челнок с несколькими членами вашего экипажа. Напоминаю, что в этом случае по закону станции причитается процент от награды. Печаль. Продажные твари. Так. Я даже удивился, что много времени дали, непонятно почему. То есть туда можно попасть, да? Повел себя как дурак. Дурак. Как будто ничего не было. Не дать этой заразе распространиться. Не позволить ей добраться до человечества. Потому что иначе погибнут вообще все. Вейланд Ютани не узнает, что здесь произошло. Никто не узнает. Так, патроны. А что мне нужно? Мне нужны батарейки. И что-то тоже очень хорошее. Шприцы, клей. Все остальное, в принципе, есть. Какой-то слабенький уровень защиты тут. Ч
Чё там у нас? Так, а вот и шприц. Мне кажется, или вода льется? По трубам, что ли? Нет, ну это, по идее, вентиляция. Такое впечатление, как будто кто-то за стенкой отливает. Ну мы, по идее, не пройдем, да? Хорошо, идем. Идем сюда. Давайте сначала осмотримся. Хорошо. Настрома. Добавлено. Личное сообщение. Это для моей дочки. Здравствуй, Аманда. Записываю это для тебя, моя девочка. Моя девочка. Надеюсь, однажды ты услышишь. У нас возникли проблемы. Корабль... Произошла нелепая случайность, и к нам на борт... Так это была не случайность. Очень опасное инопланетное существо. Чтобы от него избавиться, нам пришлось уничтожить корабль. Я жива. Сижу в спасательной капсуле, очень далеко от дома. Мы взорвали? Мы взорвали нас. Кто мы? Потому что нельзя было позволить этому существу добраться до Земли. Я должна была защитить тебя. Ничего. За меня не волнуйся. Скоро я к тебе вернусь. По фильму я выжила очень... только она и рыжий кот, поэтому кто мы, непонятно. Все остальные подохли. Это была не случайность. Там их какая-то компания отправила, чтобы найти инопланетянина и забрать его. О, это не случайность, это 100%. О. Теперь ты понимаешь. Что понимаешь? Что понимаешь? Я перегружу термоядерный реактор. Он превратится в атомную бомбу. Ты уничтожишь свой корабль и всю станцию. А также все следы этой инопланетной твари. Другого выхода нет, Рипли. Нельзя позволить ей выжить. И грёбаные корпораты уж точно ее не получат. Не то они начнут все сначала. Послушайте, а давайте без этого... Марло, давайте подожди. Без этого. Ты слышала свою мать. Она все понимала. Она бы мне помогла. Думаешь, она бы хотела, чтобы человечки из корпорации поставили эту тварь себе на службу? На станции еще есть живые люди. Марло! Фостер среди них нет. Она погибла. Я убил свою любимую женщину. Ай, боже мой. Все пропало. Тейлор, я могу остановить процесс. Только помогите. Идите вон к той консоли. Предупреждение. Перегрузка реактора. Вы должны открыть системы реактора. Что? Надо включить резервный генератор. Там должны быть три буквы. A, U, X.
куй. Я нашла. Там должно быть три буквы куй. Хорошо, давайте. Клацать. Хорошо. Вы молодец. Теперь переключите управление на ручной режим. Нашли? Я не вижу, где это. Есть, Тейлор, говорю вам. Да, он. Так, давайте. Ого. Ну, сейчас по идее тут, да? Перегрузка термоядерного реактора остановлена. Так, а где этот паря? Подожди. У вас получилось? А нет, вот он есть. Делать? Мару, закоротил все системы корабля на реактор. Сейчас рванем. Почему она не убегает? Понятно. А че я тут стою? Че я тут стою? А, понятно, нельзя сохраниться. Как думаете, успею? Хорошо, я думал, она сама уже выберется. Что за музыка была? Нехорошая. Спел? Так, в прошлый раз нам не показали открытый космос, грубо говоря. Интересно, сейчас покажут? Соединение вручную не удалось. Сервис отключен. Рикардо! Рикардо! Нет, не показали, мудаки. У нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро рухнем! Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Так, хорошо. Верлен отправила новое сообщение. Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Так, давайте взламывать. Успею? Успел. Интересно, мы еще чужого встретим? Нехорошие звуки.
Ocean Telecom. Приветики. Прикол в том, что в лифте я за всю игру ни разу не увидел ничего. Ну, в плане там какого-то предмета. Там шприц, какая-то аптечка. Абсолютно ничего. То есть даже какого-то интерьера я там, ну, не увидел. В плане там какая-то бутылка или что-то в этом роде. Вроде ничего не было, насколько я помню. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Ну, внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные, отчаянные. Хочу увидеть семью. Больше мне ничего не надо. Что за бред? По идее, он должен услышать, да? Чем я тут занимаюсь, но посмотрим. Стелс от бога. Очень тихо все. Куда это мы попадем? Давайте посмотрим. Что-то важное тут есть, подождите. Вот тут, да, по идее? Короче, я тут хорошо устроился. Жетон. Терминал рядом. Если прилетит такой корабль, я узнаю первым. Так, а вот и батарейки взяли. Дымовая шашка. На крайняк, я думаю, просто перестреляем всех, если это возможно. Аптечки есть, патроны вроде как тоже есть. Даже открыть можно. Почему она не выходит? А, вот все. Помню это место. Помню. В самом начале. Окей, он не пойдет сюда. Ну, по идее, не должен.
Так, куда мы попадем-то? У него есть оружие? Вроде нет. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 80%. Ой-ой-ой, было же закрыто. Давайте посмотрим, что тут можно включить или отключить. Пока трогать ничего не будем. Потому что, я думаю, начнется кипиш. Тут пока тоже ничего не трогаем. Бедный андроид. Так, что у нас тут? Это эти двери? Твою мать, походу... Самое главное, чтобы он меня сейчас не заметил. Я еще думал, что за чувак стоит без оружия. А это андроид. Насколько я понял, он должен сейчас пойти к ним. Не понял. То есть он пошел сюда, да? О, пальба пошла. Но я думаю, он кого-то приделает. Я надеюсь на это. Возможно, было бы разумно помочь ему. Блин, у меня складывается впечатление, что андроид — это толстый тролль. Типа, я вас поймаю, там, не убегайте от меня. Вы шутки шутите. Реально тролль. Я ничего не буду осматривать. Не делай глупостей, я вооружен. Хорошо. Пушку я не могу взять. А Шурику скрафтить не могу. Тут вот так. Тут ничего. Аптечка тоже нет.
Насколько я понял, тут ничего полезного не должно быть. А нет, вот открыть. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не так, есть сохранение. Не понял. Окей. Темно тут. Так, как пойдем? Открывайся. Пойдем сюда, тут светло. Чтобы не тратить батарейки. Андроид? Твою мать, тут кто-то был, точно. А, вот он, ёпт. Окей. Нашли мы его, да? Трипли. Ты цел? Слушай, Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. Давай. Предлагаю сходить сюда. Просто закрыто, окей. Орбитальные стабилизаторы функционируют на 40%. Чё-то мне кажется, сейчас что-то нехорошее будет. Давайте вот так сделаем. На всякий случай. То мало ли чё. У нас вроде сейчас должно быть сохранение. Хорошо. Я думаю, ребят, на этом мы закончим серию. Спасибо за просмотр, с вами был Бабкин. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.